А вообще, снова здравствуйте, у нас новая катка. Мы там отсосали педиком этим. Теперь мы играем как с этим, с Ингветом, да, поздоровайся, сука. Здравствуйте. Так, откиньте голову. 37. Откиньте голову, прошу вас. Откиньте вот так голову. На, кушай. Мне золото не нужно. Это ты? Ты что, дурак? Я подумал, что это какие-то там красные коричневые. А вообще-то красные реально на нас идут. Пасть в бездну. Нет, блядь, нет, сука! Всё! Клятый аниме. Ты на него посмотрел. Вы посмотрите, это убийство. На видео всегда могу вести как себя. Как идиот. Классный, я очень классный идиот. Житель наш ничего не понимает, он такой... Хо. Очень класс. А, он палочку использует, я тоже хочу меч-палочку. Так, и я себе покупаю железный меч и палочку. Стало серых убить. Какие десантники? Всё, которые... Катапультировались они в бездну. Прошу вас! Умаева му синдей. Да дайте вас, живете вообще! Ну сразу, у меня теперь есть меч и палка. Все, я непобедим. Я тебе непобедим. Вот палочка, это святое, просто на Бедварте. О, вот, я случайно на него посмотрел. Убийственный взгляд. Это комплимент или наоборот? Прошу, дайте сломать кровать! Да нет, давайте сломать кого-то, блядь! А еще что на этом Бедварсе не тратится голод? Да, я не люблю Бедварс, где тратится голод. Вообще, наверное, просто ты не любишь, когда у тебя тратится голод. Да, я по крысечке буду ломать кровать. Сейчас будет взрыв. Серьезно? Ты что, дурак? Если вы не знаете... О, я тебе спешку дал. Но это не точно. Кушай, кушай, кушай. А я пойду ломать по крысочке розовым кровать. По ниточке, по ниточке. 19 алмазов! Теперь были серыми, а теперь стали серыми. Так, прокачиваю наши мечи. Блэд. Броню. Блэд, это пипец, это пипец. И, это просто пипец. Ловушка, например. И ты мне одного алмаза не хватает. О, Блэд, блядь! На Энакин. И я убил его, розового. Охренеть, и супер! Фу, чувак, я убил все, этого розового. Пошли на них, Блэд. 2000 years later. Я не знаю, что нам делать, что нам делать. Ну, точно не петь, как говорит... Великий Спрингред. Если что, если вы не верите словам Спрингреда, то он великий. Я что я сказал? Ну все, это конец. Это война. Нет, нет, ты сам открывай! Быстрее ломай! Быстрее ломай! Но у меня, знаешь сколько? 2 стака железных слитков. Так, блэд. 3 стака керамики. 3 стака... 300. 3 стака. Так, ну, у меня есть 1 динамит. Нормально? У меня 2. Знаешь, где син? Нам на центрах. Пошли на центрах. Через розовых. Через розовых? Да. Ты чё, дурак, блядь? Озвучиваю, что ты делаешь. Лаксар бежит на розовый, потому что он бежит на розовый. А то, что он так может, и потому что он так хочет. Жизнь, так, продолжаем озвучивать. Лаксар бежит, потому что он так может. Он садится, встает, садится, встает. Он бежит. Он бьет воздух.